Сегодня на территории Тувинского техникума информационных технологий состоялась передача двух транспортных средств для военнослужащих 55-й горной бригады. Как рассказал председатель региональной общественной организации «Черный барс» Айдис Кулар, для решения поставленных задач бойцами необходимы именно маневренные легковые автомобили. Очень отрадно то, что наши земляки помогают нам, военнослужащим, с гуманитарной помощью и с технической помощью. На сегодняшний день Тувинский техникум информационных технологий передает нам две автомашины УАЗ-07. Образовательное учреждение регулярно проводит тематические мероприятия, в рамках которых у студентов усиливается любовь к родине. Учащийся техникум активно принимает участие в лекциях о воинском долге и этикете. В этот раз учебная организация решила внести свой посильный вклад для нужд участников специальной военной операции. Тувинский техникум информационных технологий передаем две легковые автомашины. Раньше они были учебными машинами. Передаем помощь бойцам специальной военной операции. Тем самым мы вносим свой маленький вклад в победу защитников. Передаваемые машины 2004 и 2008 годов выпуска. Транспортные средства обслуживались бережно и проходили своевременный технический осмотр. «Семерки» будут адаптированы под условия специальной военной операции и бойцов, то есть перекрашены и видоизменены салоны авто. Каждый год обслуживания, техосмотра, обслуживания проходили. Одна машина полностью готова, вторая машина чуть мелкий ремонт. Там радиатор поменять надо, и все. Дальние колеса, все, зимний комплект тоже есть. В отправке гуманитарного груза участвует вся Тува. Неравнодушные граждане, различные сообщества и организации вносят свой посильный вклад в общую победу. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Азамат Очур, телеканал Тува-24.